Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Я también te quiero, ma. Наконец-то, Холмс! Что нового у сеньора Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Забавно. Что? Посмертие выглядит довольно хреново для клуба с лучшими контрактами в городе. Не суди книжку по обложке, чувак. Готов пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты. Офигеть, да? Ну, это 1000 лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие, детки? Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Ехо. Вот оно! Просто мой лучший отпуск. Есть что вспомнить. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзен Форест, Бо-Бо, может, даже Морган Блэкхэт сидели на этих стульях и спали на этой самой стойке. Все, наша очередь. Видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. 2 текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть 2 Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. За выход в высшую лигу. Вот за это я выпью. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда
Ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Так никто ж не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полубоги. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но 2 кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. Черт. Идемте. Ох, и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо, ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинча типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше. Уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Хиринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай.
А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо, Маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йоринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Джеки, все нормально. Не спорь. Слушай. Я сказал, не надо. Все по-честному. Окей. В пизду все это. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. Ха. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К
К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. Декс прямо расщедрился. Он забирает себе 70%. Ты забыл, что ли? Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себе веду. Назначения. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви, позвони Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? Как жизнь, Найт-Сити? С вами снова Стэн. Погоди, я возьму болта. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборону. Добро пожаловать в Компеки Плаза. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Компеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Компеки Плаза?
Я не буду ничего объяснять. Ни вам, ни кому-нибудь еще. Мне очень жаль, но у нас есть правила, так что все-таки придется. А, вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Вас кто-то об этом просил? Нет, я просто подумала... Вас просили думать? Простите? Кто вас просил? Лично я молчал. Вот вам совет. Делайте только то, о чем вас просят. Так какой, говорите, у нас номер? Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Самоутверждаешься, что ли? Поверь, в таких местах, как это, или ты играешь жестко, или ты никто. Что скажешь, Хьюго? М? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Играй свою роль. Никого я не подсоединю. Я ее боюсь. Прямо с показом. Не знаю, брат. Как-то он жестко с этими девчонками. Это топ-куклы. Неплохой у них тут бар. А я до конца жизни. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Нормальная маскировка. Как я выгляжу? Как будто надели костюм на собаку. А ты-то, Ви, думаешь лучше? Как-то мне неуютно. Опять в костюме? Да ладно. Можно выкинуть менеджера из корпорации, но корпорацию из менеджера не вышибешь. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Ну что, мы пришли! Номер Лазурь! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, ме куэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Болта можно запускать? Еще минутку. Вот она. Супер. Джеки, болт готов?
Готов. Система исправна, заряд 100%. Мерда, застрял гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. У них наблюдение по всему отелю? Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм? Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть. Поведи его к другой шахте. Из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «Для милой уборщицы», а внутри еще «Простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин, а мне максимум, что попадалось, это плевотина. Бак, есть проблема. Нет, что еще? В этом мире. У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Думаешь, сейчас гляну. Свободен? Кто? Ну этот красивый, пока. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Ты Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Нашел порт. Так, теперь подключи болта. Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных.
Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Компеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Ты сам сказал, можно выкинуть менеджера из корпы. Но корпу из менеджера не выкинешь. Наверное, там стало скучно. Вот он и решил сменить обстановку. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак. А ты это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты просто оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Боже правый. Ого. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Юринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. У нас нет времени.
Ренобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Ви. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Там кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йорино обойдет пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть. Круто. Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда! Да ты, бля, шутишь? Нет, полезайте в нее! Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Impossible. Это что, Адам с мышем? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скомане де коретте и тадаро. Мьерда. Тихо. Азуштюжи. Арасака-сама. Мада бодя чеку га овате имасен. Ватаси но муску да. Рей на моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте кури. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атаси на кизуканай то демо умотта но ка? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ。直々に俺に屈辱を味わわせ、立場思い知らせるためか。出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。
これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В Камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги дес. Дарекага. Дарекага ачни докомотта. Доку? そうだ。ユリノボさん、しかし。竹村、お前のお仕事は何だ。何のお話です。単純な質問だ。答えろ。荒崎家の家長を守ることです。今後はもっと叱りすぎりの果たしを望んでいるぞ。お許しください、荒崎様。決して失望はさせません。 Вообще творится. Юринобу, блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Дио Санто Пендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Чинка дамага! Сидерики и плюту приехали в лесу. Еще бы немного. Его пробили. О, Модрес. Это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он
разрушается. Караху! Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим! Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься! Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс! Теперь уходим отсюда. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красным. Просим не покидать свои дома. Здесь тоже все чисто. Спустимся вниз. Зачем сюда прислали спецназ? По-тихому. Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Военный бот модели Бот. Дроны обнаружили активность на территории пентхауса и открыли огонь. Юринобу Арасака эвакуирован из отеля. Повторяю, Юринобу Арасака эвакуирован. Да что там такое? Ничего хорошего. Подписание соглашения о партнерстве состоялось. Но ты только посмотри на это. Глушитель нам пригодится. Камбэки Плаза. Осторожно. Там, наверное, до хера охранников. Понял. Тише. Указания персонала. Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, бля, комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты... Не грусти, Ви. Мы выберемся. Скажи это, Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Лучше уёбывайте!
Слышите меня, Гониос? Неплохо! Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Сохраняйте спокойствие. Чего?! Проезд заблокирован. Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь! Эти говноеды не уймутся! Выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Критическом? Что это значит? Разорвана наружная подвздошная артерия. Мистер Уэллс страдает от внутреннего кровотечения. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Теперь мы будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Да, ты разбогатеешь, Михо. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. Я тебе обещаю, слышишь? Я Джим. Не потеряй ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Блять, дай хоть в себя прийти.
прошу прощения. Куда доставить мистера Уэллса? Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки.